Когда мы только начинали сотрудничать с автомоечным комплексом «Твой Дадыр», мы не подозревали, к чему это может привести. А привело вот к чему. Убедившись в превосходном качестве оказываемых здесь услуг, мы, как и сотни владельцев авто, из разряда не самых плохих, стали постоянными клиентами. И все те, кто обработал свой автомобиль под технологией «Мистер Кэп», приезжая на ТО, в свои дилерские центры вызывают как минимум чувство обиды у тех, кто приобретает новый с иголочки автомобиль. Потому как вот так должен он выглядеть и после первой мойки, и после доброго десятка. Но обида – это еще детский лепет по сравнению с завистью и с желанием мелкотравчато подражать. И кому как не автостопу, многократно передернутому, это очевидно. Но люди из когорты надежных обращаются к нам, корифеям. А мы обратимся к основателю технологии Mr. Cap. Now I found Mr. Cap. Mr. Cap in Magnitogorsk. What does it mean? Мистер Кэп, это что, новая технология? Новый, стильный, внешний вид вашей машины? Yes, you could say so. Let me first say that I'm Carl Linden. Да, можно и так сказать. Но прежде всего, я как учредитель компании Мистер Кэп, которую мы основали в 1990 году, и сейчас мы представляемся еще в 8 странах, кроме Швеции, которую вы наверняка знаете по таким брендам, как IKEA, Volvo, Saab и Vodka Absolut. И мы очень горды сотрудничеством с Андрианом здесь, в Магнитогорске. Он внедряет эту систему. И господин Зайцев является лидером региона с высочайшими показателями качества обработки автомобильного покрытия. И мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество с ним. И, конечно, мы с уверенностью утверждаем, что наша продукция является лучшей на рынке. И нам, как никому, более понятно, что необходимо нашим партнерам, которые, в свою очередь, базируясь на опыте использования нашей технологии, утверждают, что часто автомобиль после обработки выглядит лучше, чем новый, а прочность покрытия позволяет при многочисленных последующих мойках не терять привлекательность машины. Она долгое время выглядит новой, и это не рекламная информация. Это мнение наших партнеров. Конечно, популярность – это стимул для людей не самых честных говорить, что мы используем аналогичные средства, аналогичные технологии. Но, конечно, это не ваша продукция. И Андриан Зайцев является вашим единственным авторизированным представителем. Да, действительно, Андриан работает с нами по франчайзинговой схеме. И он единственный, который может использовать технологию Mr. Cap и наши продукты. И, конечно, на рынке много игроков. И многие утверждают, что делают то же, что и Mr. Cap. И делают это дешевле, чем наши партнеры. Но в действительности это неправда. Потому что, чтобы работать с нашими продуктами и по нашей технологии, вы должны иметь прямые контракты с нами. Пройти тренировку в Швеции, и вы должны иметь и знания, и соответствующий уровень, чтобы заниматься такого рода сервисом. Ну а как вы охарактеризуете знания и навыки этого комплекса? Что ж, мы довольны и счастливы работать вместе с Андрианом Зайцевым. Наше сотрудничество очень приятно и стабильно, и мы прекрасно понимаем, что он является лидером в этом бизнесе. И он прилагает все усилия, чтобы сохранить свои позиции, и вместе мы идем к светлому будущему.